Всем привет, дорогие друзья! С вами, как всегда, я, Russian Fear, и мы с вами продолжаем проходить Diablo Resurrection. Пока мы не начали, сразу же вам напомню, что если вы здесь впервые на канале, то обязательно подпишитесь, вам не сложно, мне приятно. А мы сразу же не будем тянуть кота за энное место, а отправимся в приключения. Так, нам надо сюда, да? Так, в монастырских казармах. Это же монастырь, правильно? Да, монастырские ворота. Нам сюда. Опа-на. Привет. Вы будете долбить их или нет? Встали они здесь за уголком. Чтобы никто не уволок. Стёганый доспех, и все, больше ничего интересного здесь нет. Куда мы еще сходим? Здесь какой-то алтарь непонятный. Ну, поехали сюда, внешний двор. Сколько вас здесь, блин, всякой хероборы. Кольцо. Кольцо надо брать. Постоянно так просто не успеваешь по-быстрому нажать на кнопки, и бывает вот такая вот фиговина. Так, давайте здесь осмотримся. Йети, привет, Йети. Недостаточно мана. Откуда вы здесь взялись? Тут кто-то его кастует, да? Ты? За мной, мои хилые воины. Продолжаем бороться с преисподней. С преисподней. Кстати, а вот и портал, который я искал. Все оказывается намного проще. Он был внутри. Ну, пойдем налево. Лечиться. Надо подкачаться, надо подкачаться. Помните такую песню, да? Так, бочки. Ну, тут, видимо, больше тоже ни черта нет. И тут где-то нам надо найти в казармах молот нашего кузнеца, и он сможет улучшить наше оружие. Но у нас оружия толком нормального нет. Спасибо. Так, сюда. Ну все, ребят, заходите, чувствуйте себя как дома. Вон, смотри, их сколько. Многоловник.
Давай. Кастый шлем, зачем он мне? Он мне не нужен. Доспех 20. Но этот, я думаю, будет хуже явно. Головник, защита 4. Но это тоже будет хуже. Погнали. Двигать разборки. Демонята и демонихи, выходите. Папа пришел вас убить. Сундук пустой. Разбойницы обычные, не сильные. Пойдем сюда наверх, сразу глянем. Кто-то еще. Что-то как-то у вас здесь неинтересно, ребят. Где боссы? А, вот боссы, да? Ну, мини. Лучники элитные, типа спецназ, блин, дьявольский. Бердыш, кольцо. Ау. Так, ну пойдем направо. Там тем более кто-то говорит. Ой-ой-ой. Ой-ой, стой, стой, подожди. Подожди. Да вы чё, блин? Я говорю, подожди. У меня маны нет. Ага, они убили всех моих скелетов. Стопоритесь, ребятки. Где мертвячки, блин? Раз. Два. Три, четыре, пять. Все, поехали. Ну да, становится поинтересней. Опять скелета вынесли. Да вы издеваетесь. Убейте его. Я перегружен. Чем ты перегружен? Наголовник выкинь, это выкинь, это выкинь. Это выпей. Тяжелые перчатки бери. Зелье маны.
деле восстановления, исцеления. Так, защита 6. Давай. Так, здоровье. Прежде всего. Нахрен не надо. Действие яда фигня. Урон фигня. Так, скелеты все при мне. Защита. Голем. Все, можно отправляться. Ой-ой-ой, не то. Мне нужна мана. Мне тоже. Пошла возня повеселее, прям я скажу. Перчатки тебе же нельзя одевать, да? Нет, нельзя. Нахрен перчатки. Денежки — это хорошо. Ага, вот и он. Вот он, кузнец. Давай, ребята. Налегай. Отлично. Фух. Спасибо. В принципе, это было несложно. Я думал, будет посложнее. Верните. Ну, это понятно, что верните. Сейчас вернем. Мне еще надо здесь погулять. Больше ничего же не осталось, да? Чтобы я мог пошевелить. Да, ну вы поняли. Ну, чтобы что-нибудь откуда-нибудь вывалилось. Так, пойдемте смотреть дальше. Оу, заходим, ребятки, не стесняемся. Какой голем. Этого чё пиздюшонка никто не убивает. Кольцо. Ну давай. Мани при убийстве и максимальному урону. Вот это лучше. Оно нам больше понадобится. Так, вперед. Маг элитный, блин. Давай, добивай его. Легкий пояс. Топор. Неплохо. Это мы выкидываем. Топор желтый берем. Это выпиваем, это выпиваем. Это мы открыть не можем пока. Но топор, видимо, клевый. Пока так, пойдем дальше.
Тяжелые сапоги, вот это мне надо. Берите, пожалуйста. Блин. Так, ну а что делать? Ну давайте, ладно, вернемся в город. Раз тут по-другому никак у меня не получается. Добрый вечер. Защита 6, вероятность применения залп молнии. Но это факт. Ага, и пояс. Вот это отлично. Арктический. Защите 20. Ну это прям, блин, must have. Демонические наголенники, сапоги. А, ну это которые у меня были, да? На тебе молот. 705 всего. Так, это забирай. Да забирай. В принципе, вот там перчаточки бы еще. Магические силы, но мне, блин, мне нечего пока улучшать. У тебя есть что-нибудь на продажу хорошее? А, Кара. Мастер скелетов 2-4. У меня тоже 2-4. Сорок две тысячи. 2-8. Устрашение. Что такое устрашение? Давайте посмотрим. Проклинает группу монстров, заставляя их бежать в ужас. Требуемый уровень 12. Но мне это не надо, в принципе. Акара, ты всякую херню продаешь. Железная дева, немощность, костяная стена. Скелет, ну блин, такое себе не. Пока что не надо. Так, сюда. Вот это дело выкладываем. Крупное. Мелкие сюда. 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 10 ключей. Так, починиться. Я не помню, починился или нет. Почини, пожалуйста. Здравствуй. Спасибо. Так. Так, ну нам надо дальше осматривать, да, эту фигню. 3. Отлично. Нам противостоит. А, ну это про Андрель. Кому интересно, можете посмотреть видео с альфа-тестирования. Так, ну нам надо сюда. 1, 2, 3 скелета, голем, все хорошо, да, у нас?
Тут только вот так надо сделать. Ну и куда вы щеманулись, блин, поперёк батьки-то, а? Вот так вас и выносят. Что поперёд батьки лезете в пекло. У-ху! Давай, ребят, туда, вперед. Развлекайтесь. Гневная слизь. Вот это его обозвали, да? Гневная слизь. Только для паладинов. А, не купил, забыл. Ну ладно. Свитки я не купил. Сопротивление льду. Зачем мне это, пока непонятно. Так, у нас остается проход только вот сюда и все, да? И больше вариантов как бы у нас нет. Двери, как в Бетте, некоторые не открывались, так и здесь не открываются. Медленная и мучительная голодная смерть в клетке. Да, бывает и такая. Ребят, вперед. Отлично. Волчья голова, хотя она нам нахер не нужна. Только для друидов, мы даже опознавать ее не будем. А, у нас же и нечем, но... Так, по поводу новых умений. Прислужники. Кровяной голем. 18 уровень. Мастер големов. Давай вот сюда. Тут давайте вот три сюда. И два сюда. Тюрьма, первый уровень. Отлично. Задачу минимум мы сделали, нашли проход. Пойдем сюда. Какие тут приспособы у вас. Прикольно. Тут ничего. Тут у нас что? Тут бочки и все. Ну, в принципе, не особо интересно. Да, тут реально можно заблудиться.
так как подземелье процедурно генерируемое, то есть, в принципе, непонятно, как игра что скомпонует. Так, тут ни черта. Ну, пойдем сюда. Залп молнии — это как раз вот то, что мы взяли, да? Так, ну и последние две. А нет, еще одна вон там дверь, да, слева. Вон, убивайте там их. Они там тусят до яичка. О, дух. Херня. Выпадает всякая фигня. Так, ладно, пойдем сюда. Ну, пока там разбирайтесь, я посмотрю, что да как. Что интересного есть. Да, в принципе, ни черта интересного нет. Извините, горло что-то перехватывает. Зелье манны. Так, вот это выпьем. Голова, это нафиг нам не нужна. Булава нам тоже нафиг не нужна. Ну, это пока оставим, пока место есть. О, вон вон там сколько, я вижу. Ребята, вижу. Хорошо, как говорится, быть магом. То, что через решетки ты можешь стрелять спокойно. Ну, магом, некромантом, я имею в виду, там вот такими. Так, это ниже спуск. Нам явно сюда. Что там, кто-то идет? Вот они все гаврики. Что-то схватил случайно, ну да ладно. Так. Третий уровень уже. Мы же как уважающий борец, уважающий себя борец с дьяволом, не можем просто пройти напролом и не посмотреть все помещения на наличие каких-то интересных предметов. Ох ты, блин. Хрена себе, они там стреляют в меня. А все уже, да? Ну ладно. Ничего интересного.
Ох ты, блин, с двух сторон. Зачем? Так, фигня. Ничего интересного не выпало. Висит, смотрите, кровь капает. Прикольно нарисовано. Ой-ой-ой. Короткий лук возьмем. А, мы не нашли. Короткий лук может пригодиться нашей этой лучнице. Кстати, что-то я забыл совсем про скелетов и про щит. Элита, дух. Давай, вали толпой. Клепанный кожаный доспех. Вот это интересно, желтый. Так, вы здесь пока разбирайтесь, я подумаю, что скинуть. И еще мне надо сделать вот так. Да, что тут думать? Перчатки скинуть, все. 36. Да, неплохо. Там еще кого-то увидели. Сложно просто отличать скелетов своих от не своих. Заходим и давайте, навели здесь суету. Хрена себе, они тут стреляются. Нежно, больно. То есть расслабуха кончилась, игра хочет мне сказать, да? Это нехилое месиво такое. Со всех сторон. Все месяцы что-то происходит. Убили моих этих. Я сейчас сдохну. Валим. Почти помер. Ну, вроде бы пронесло. Так, пойдемте опять, дубль 2. Все продвигается. Стеганый доспех, копье, зелье маны, исцеление маны.
Мана сейчас нам нужна как никогда. Так. Мана. И, в принципе, мы все забились, да? Ну да. Ну что ж, дорогие друзья, на этом мы будем заканчивать данную серию. В принципе, я считаю, что неплохо побродили, походили по катакомбам, по монастырским, по тюрьме. Нашли достаточно много интересного. Прокачали уровень, соответственно. И в дальнейшем мы уже с вами будем биться, я думаю, с Адриэль. Так же, как я ее на Альфе не нашел Адриэль тогда, то в этот раз мы уж ее точно найдем. Подписывайтесь на канал, все, кто еще до сих пор не подписался. Также не забывайте поставить ваш королевский лайк, если вам понравилась данная серия. Либо дизлайк, если серия вам не зашла. Увидимся в следующих сериях. Всем пока!